Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! В продолжение моего предыдущего послания я хочу остановиться еще на одном очень важном аспекте вашей жизни. И речь пойдет о насаждаемом повсюду сатанизме, который принимает самые разные формы и затрагивает уже все сферы вашей жизни. Сознание человека не способно впустить в себя столь чудовищные извращения, которые так настойчиво пытаются внедрить в современное общество представители глубинного государства. Нормальному человеку, который придерживается традиционных моральных ценностей, кажется, что все это происходит где-то далеко, в другой реальности, и просто не может быть правдой. Именно на это и был сделан расчет глобалистов, что люди спохватятся слишком поздно, когда эта новая нормальность станет для многих уже привычной. Понимая, что обратить в свою веру старшее поколение им не удастся, они сделали ставку на молодежь и детей, чье сознание более податливое и неискушенное. Во многих так называемых развитых странах подконтрольные глобалистам власти пошли уже на настоящее преступление, внушая детям, что они вправе сами, без разрешения родителей, распоряжаться своим телом, меняя пол по своему желанию, что даже закреплено в законодательных актах этих стран. Во многих школах учителя и так называемые психологи намеренно толкают на это детей, ведя с ними воспитательные беседы. Последствия этого страшного шага таковы. Уже выросло целое поколение безликих, бесполых, потерявших свою индивидуальность молодых людей, не способных к продолжению рода, что и ведет к полному вырождению человечества. Такого надругательства над человеком еще никогда не было в истории вашей планеты. Но многие люди до сих пор не способны отнестись к этому со всей серьезностью и ответственностью. Молодые родители выросли и были воспитаны уже в новых реалиях и с новыми моральными ценностями. Их сознание затуманено картинками красивой жизни, к которой нужно стремиться, и все свое время они тратят на то, чтобы соответствовать критериям успешности, которые уже прочно закрепились в их подсознании. Они уделяют мало времени своим детям, отдав их воспитание и образование на откуп государству. Но именно государственные школы в подконтрольных глобалистам странах и являются источником распространения и внедрения в жизнь всех видов извращений и преступлений, лишающих человека его божественного естества, нормальной счастливой жизни. Уже сотни тысяч детей подверглись чудовищной операции по смене пола, что искалечило их души и тела, тем самым полностью перевернув их жизнь и лишив их счастья, материнства и отцовства. Такое надругательство над детьми является прямым продолжением тайных сатанинских ритуалов, практикуемых правящей верхушкой. Но делается это уже открыто и в общепланетарном масштабе. И пока еще не слишком поздно, необходимо сделать все возможное, чтобы остановить этих преступников во власти, которые перешли уже все границы дозволенного и недозволенного.
любящий вас безмерно Отец Абсолют говорил с вами. Приняла Марта.